Приводится боголюбезнейший избранный нареченный честный архимандрит Никандр, Кирилл епископа, богоспасаемого града Нарофоминска. Число ради пришелыси и от нашей мерности часово просишь. Хиротонию архиерейские благодати святейшие владыка. И как и веруешь? Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, им же вся быша. Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой и Марии Девы и вочеловечшейся, распятого, жезаны при Понтийском Пилате и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день и по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и пак, и грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца. И в Духа Святаго Господа, Животворящего и же Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славе моглоголошего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Благодать Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа и Святаго Духа да будет с тобою. Приводится боголюбезнейший избранный нареченный честный архимандрит Никандр, Хиротониса Одиссеева епископа, богоспасаемого града Нарофоминска. Яви нам еще яко исповедующий о свойствах трех ипостасей непостижимого божества и яжего человечения ипостасного Сына и Слова Божия. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимых же всех и невидимых, безначального уба и нерожденного и безвиновного, начало же естественное и вину Сына и Духа, верую и в единородного Его Сына, неистечное и безвременное из Него рожденного, единосущно Ему, им же вся быша, верую и в Духа Святаго, из того жди Отца Исходящего, и со славе мага яко соприсосущного, и сопрестольного, и единосущного, и равнославного, и твари содетеля, верую, яко един ото яжде присущественный живоначальный Троицы единородное Слово, снеше с небес нас ради человек и нашего ради спасения, воплотися от Духа Святой и Марии Девы и вочеловечися, сирич совершенный человек бысть, пребывая Бог и ничтоже, применив от божеского существа приобщением к плоти или войное превратив, но без приложения восприим человека». В нем страдание и смерть претерпе, у всякого страдания по божескому естеству свободный, и воскресе в третий день из мертвых, и вошед на небеса, воседи одесную Бога и Отца. Еще же воплотившегося Слова, единую ипостась исповедую, и верую, и проповедую, яко един и тожде есть Христос в двух по воплощении естествах, сохраняя в них же и из них же бе. Последовательны же и две воли чту, коему жда естеству сохраняющие собственную волю и собственное действие, верую, и я же о Бозе и божественных единые кафолические и апостольские церкви преданием и сказанием, поклоняюсь относительно, а не богослужебно, божественным и досточтимым иконам самого Христа и Пречистой Богоматери, и всех святых честь пред ними, являемую принося на первообразное. Инако же, о сей мудрствующих, яко чужемудрствующих, отметаю и анафематствую. Владычицу нашу, Богородицу Марию, свойственно и истинно исповедую, яко родшую плотью, единого от Троицы Христа Бога нашего, яже да будет мне помощница, покров и заступление во все дни жизни моей я. Аминь. Благодать Святаго Духа через нашу мерность производит тебя, боголюбезнейшего архимандрита Никандра, избранного епископа богоспасаемого града Нарофоминска. Приводится боголюбезнейший избранный нареченный честный архимандрит Никандр, Кирилл Одиссеева епископа богоспасаемого града Нарофоминска. Яви нам еще, как яко содержишь и каноны святых апостолов и святых отец,
и предание установление церковное. Всему моему святые веры и исповеданию обещаюся каноны святых апостол, седьми вселенских и благочестивых поместных соборов и правила святых отец храните и соблюдайте. Вся я житие прияше и аз приемлю, и их житие отвратившееся и аз отвращаюся. Еще же обещаваюся предания церковные, уставы, святые чины, всякофалические восточные православные церкви храните неизменно. Обещаюся и церковный мир соблюдать и твердо держать, и не единым убо нравом в часом противное, православников фаличести восточней христианской вере мудрствовать и во все дни живота моего, и последствовать ими во всем, и повиноватися всегда святейшему патриарху московскому и всея Руси, и священному синоду, и преосвященным митрополитом, архиепископом и епископом братьей моей, во всем согласну быти и купночинну по божественным законам и священным правилам святых апостол и святых отец, и любовь духовную вседушно к ним имейте, и яко братью почитайте. Обещаю же себя во страсти Божией и боголюбивым нравом веренное места да управлять и усердно учите, и от всех ересей сохраняйте со всяким усердным чаянием. Еще же и в том исповедуюся, яко не злато или сребра обещанием или даянием на сие служение прихожду, но туни избранием святейшего патриарха московского и всея Руси и священного синода. Сим же обещаюся ничтоже творить ими по нужде, аще и от сильных лиц или от множества народа нудиму, аще и смертью ими воспретят, велящие, что сотворить ими, вопреки божественным и священным правилам, ниже в чужде епархии литургисати, или и на что священных деяти без воли епархии он и архиерея. Такожде не рукополагать ими ниже иерея, ниже диакона, ниже инага, какова клирика чужды епархии, ниже приимать я в мою епархию без отпускных грамот своих им архиереев. Обещаваюся врученную ми паству по обычаю апостол посещать и назирать, и како пребывают верни в вере и во исправлении дел благих, а наипаче иерея. И смотрите, с прилежанием учите и запрещайте, дабы расколы, суеверие и ереси не умножались, и дабы противней христианскому благочестию и благонравию обычаи не повреждали христианского жития. С противным церкви святей, с разумом и кротостью поступайте, по апостолу Павлу, яко рабу Господне не подобает сваритесь, но тиху быть ко всем, учительну незлобиву скротостью, наказующую противное, и да как удаст им Бог покаяние в разум истины. Вся же та, яко же днесь, обещався до последнего издыхания ради будущих благ исполнять и обещаваюся, будем и сердцеведец Бог обещание моего свидетель. Воистине же и усерднем моем правлении и действии да будет сам, то и Спаситель наш, Иисус Христос, ми помощник, Ему же купно со Отцем и Духом Святым да будет слава и держава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благодать Святаго Духа да будет с тобою, просвещающая, вразумляющая и укрепляющая тебя во все дни жизни твоей. Благодать Святаго Духа да будет с тобою.
Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Священному Архимандриту, с Богоспасаемой Его паствою, многое лето! Священным митрополитом и епископом многое лето! Сунова архимандриту Никандру, избранному и нареченному во епископа Богоспасаемого Града Нарафаминска, многое лето! Искусом боголюбезнейших архиереев и всего Священного Собора, божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует боголюбезнейшего архимандрита Никандра, избранного епископа богоспасаемого града Нарафаминска. Помолимся уба о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа. Владыко Господи Боже наш, законоположивый нам чистиквального Твоего апостола Павла Степенея, чинов чин воежеслужите и литургисати чистым и причистым Твоим тайным во святем Твоим жертвеннице, первые апостолы, второе пророки, третий учители, сам владыка всех этиго, избранного из подумшихся подойти евангельскому его архиерейскому достоинству, через рукоположение нас, соприсутствующих здесь и епископов, нашествием и силой и благодатью святаго Твоего Духа укрепи, яко укрепилися святые апостолы, пророки, яко помазались и цари, яко осветилась и архиереи, непорочные в архиерейство покажи, и всякой честностью украси, свято представи, воеже достойно быть и просите ему, яко ко спасению народа, и послушайте себе его, яко светися Твое имя, и прославися Твое царство, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, понеже невозможно человеческому естеству божественного понести существа, Твоим строением подобострастный нам учителе поставивый, Твой содержащий престол, воеже возносите Тебе жертвы и приношения всех людей Твоих. Ты, Господи, сего явленного строителя архиерейские благодати сотвори, быть и подражатели Тебе истинного пастыря, положившего душу Твою за овцы Твоя, пути вождя слепых, свет сущих, во тьме наказателя немудрых, учителя младенцев, светильника в мире, да совершив души вверенные ему в настоящей жизни, предстанет престолу твоему непостыдно, и великую мзду примет, и уже уготовилась и пострадавшим за проповедь Евангелия твоего. Твое бы есть, еже миловать и спасательный Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Апсиос. 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 Повели святейший владыка, благослови святейший владыка, горний престол. Сидяй на херувиме, припетый и превозносимый во все веки. Священный епископ Никандр, совершенной волею и неизреченным промыслом в Троице славивого Бога, ты сподобился ныне принять благодать Духа Утешителя, почившего на тебе, по молитвам Святой Церкви, через возложение на главу твою рук архипастырей, ныне собратьев твоих. Духом, нешедшим несть на тебя, живет и спасается Церковь. Вот уже 2000 лет. Являясь наследницей и преемницей великих обетований, данных Христом всем Его ученикам.
Обетование такое: непреложны дары и призвание Божие, как свидетельствует об этом первоверховный апостол Павел. И это ведь действительно так, хотя дары и служения духа различны, опять-таки по слову апостола. Что за дар получил ты сегодня и к чему призываешься Господом? Небесный утешитель сообщил тебе дар архипасторской ответственности за овец словесного стада и за хранение апостольской веры. Сию ответственность пред Творцом тебе надлежит разделить отныне вместе с сонмом епископов нашей церкви. Принося Богу монашеские обеты в молодости, ты обещал Ему отдать без остатка всю свою жизнь. Помню горение твоего сердца, когда ты, будучи подьяконом патриарха, просил благословить тебя на трудную иноческую стезю. Как тогда, так и сейчас говорю тебе, куда бы ни направил тебя Создатель, по слову апостола, в усердии не ослабевай, духом пламеней Господу служи. Ибо по слову Спасителя никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Не случайно я напоминаю тебе о начале твоего монашеского пути, ибо памятование о прежних делах, как свидетельствует откровение апостола Иоанна Богослова, совершенных во славу Господа, нередко способно пробудить в человеке ревность по Богу и укрепить при последующих трудностях и испытаниях. Первоначальник иноческого жительства, преподобный Авва Антоний, дает такое отеческое наставление: «Все грехи мерзостны пред Богом, но мерзостней всех гордость сердца». Слышишь ли, что говорит великий Антоний? «Гордое сердце отвратительно Богу, который гордым противится. Хотя к тебе и будут обращаться владыка, владыка, владыка святый, воздавая честь архиерейскому сану, и дарованный тебе благодать епископства, не мечтай о себе, по слову апостола. Понапрасну не дерзай мнить о личной значимости и исключительности. Помни, что Господь призвал тебя к высокому служению не за твои заслуги. Епископская власть не есть начальство от мира сего. Мы знаем, что князья народа господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними, но в Церкви Христовой, которая есть наследие Христово, приобретенное им кровью Своею, Бог заповедал иной порядок. В центре архипасторского служения не слава, но крест. И ты очень скоро это почувствуешь, как и каждый, кто ответственно, не думая о своем, а отдавая все силы, служит Господу в архиерейском сане. Не почести и комфорт, но смирение, ежедневный подвиг ради пользы ближних, доколе не изобразится в них Христос, опять-таки по слову апостола. А потому, как верно замечает святитель Иоанн Златоуст, никто не может быть так способным к принятию власти, как душа любомудрая и умеющая. И вот теперь особенно обрати внимание, умеющая сострадать. Так Златоуст Иоанн пишет в своем толковании на книгу пророка Исаия. Строгость, неизбежно являемая по долгу начальствующего, никогда не должна преобладать над добротой и христианской любовью, но и доброта, и христианская любовь никогда не должны перерастать в слабость и прекраснодушие. Упаси тебя Бог поддаться искушениям гордости, тщеславия, гнева и злопамятства. Служение духовной власти требует, и далее цитирую святителя Игнатия Брянчанинова, самоотвержения и полного забвения своего «я», чтобы эта угловатая и резкая буква «я» не ранила, тем более не убивала никого из ближних. Тебе вверяется весьма сложное, я бы сказал, деликатное, ответственное послушание. Помогать патриарху и священному синоду осуществлять руководство финансово-хозяйственной сферой церковной жизни. И в этом у тебя уже есть некоторый опыт.
сегодня, когда активно развиваются храмоздательские, социальные, духовно-просветительские, миссионерские и прочие направления церковной жизни, необходимо не только родительно и эффективно использовать имеющиеся средства и возможности, но и стараться привлекать к жертвенному участию в спасительном служении церкви благочестивых мирян, готовых, по Слову Божию, служить Господу имением своим и уделять по расположению сердца своего. Слава Богу, что за минувшие годы силами многих неравнодушных людей удалось построить и восстановить немало храмов и обителей, в том числе и в Первопрестольном Граде, который действительно преобразился за последнее время и украсился десятками православных церквей, где люди могут получить духовное утешение и поддержку, укрепиться в вере и найти нравственную опору. В этом отношении Москва является уникальным примером в мировом масштабе, где в это время почти что апостасийное, где многие храмы закрываются, в нашей Святой Руси и в ее столице храмы строятся, восстанавливаются и, что самое главное, наполняются верующими людьми. Надеюсь, что и впредь не оскудеет земля наша боголюбивыми доброхотами, благодаря которым мы сможем продолжать сии важные для жизни народа дела и нести свет истины Христовой ближним и дальним. Представляя церковь в столь непростой области, как финансово-хозяйственные отношения, ты должен быть образцом честности и аккуратного расходования средств. С осознанием возложенной тебе ответственности помни о том, что каждая материальная жертва людей, отданная церкви, принадлежит Богу. А тот, кто похищает Божие, святотатствует. Твоя епископская хератония совершилась в день памяти святителей московских в главном кафедральном соборе Русской Церкви, в храме Христа Спасителя, где своими честными мощами почивает один из выдающихся иерархов святителей, Филарет Московский. Воспринимай это знамение как великую честь и особую милость Божию, как сугубое напоминание о высоте и ответственности возложенного на тебя служения, ходатайством сих угодников Христовых, людей, благоразумия наставивших, заступничеством мученика Никандра Египтянина, твоего небесного покровителя, да укрепит тебя, милостивый Спаситель, в предстоящем тебе нелегком пути. Много еще имею сказать тебе, однако не все можешь вместить ныне, поскольку великое служение сие постигается опытом. Итак, опираясь на жезл сей, который вручаю тебе как символ архиерейской власти и апостольского преемства, припоясав чресло истины, облегшись броню праведности, гряди с миром на предлежащее тебе поприще епископских трудов, ибо да будут они угодны в очах Божиих. Аминь. И благослови народ предстоящий.